28 сентября около 16 часов на проезжей части возле 99-го дома по улице Кочетова произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля и маршрутной газели, в результате чего газель с пассажирами внутри опрокинулась. На место происшествия незамедлительно прибыли экстренные службы Кызыла. В результате ДТП в республиканскую больницу города Кызыла были доставлены 5 человек, которым была оказана разовая медицинская помощь. По предварительным данным, в данном ДТП виноват водитель Honda CR-V, который не пропустил газель, которая двигалась по главной дороге. В настоящее время по данному факту проводится проверка. В Туве устанавливаются обстоятельства несчастного случая – падения мужчины с крыши многоэтажного дома. Накануне в правоохранительные органы Кызыла поступило сообщение об обнаружении у одного из многоэтажных домов в центральной части города тела мужчины с признаками падения с высоты. По данному факту Следственным комитетом региона организована доследственная проверка. Проведенными неотложными мероприятиями установлено, что 28 сентября текущего года около 11 часов у дома номер 100 по улице Кочетова обнаружено тело мужчины. Из объяснения очевидцев следует, что мужчина упал с высоты 5-го этажа, после чего получил несовместимые с жизнью телесные повреждения и скончался на месте. В настоящее время по сообщению проводится комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех фактических обстоятельств произошедшего события. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.